Яркий детский праздник для одних и борьба за звание лучшей модели для других. В Чебоксарах завершился проект «Фотомодель по-детски 5. Мир моды и красоты» в нашем материале. Мейкапы, примерки, показы. Участники проекта «Фотомодель по-детски 5» давно привыкли к этим словам. Целых 3 месяца они погружались в мир моделинга и съемок. А параллельно проект «Фотомодель по-детски» запустился в городе Пермь, планируется в Сочи. И дальше мы выходим уже на российский уровень. И все те, кто принимал участие в проекте «Фотомодель по-детски», неважно какой сезон, они все могут принять участие уже в российском финале. Мы даем ребятам дорогу в жизнь, показываем, как нужно быть уверенным в себе, раскрываем их. Успеть переодеться в новый наряд за пару минут помогают родители. Они и губы подкрасят, и перед выходом успокоят, хотя сами волнуются не меньше. Столько деток, все такие красивые, переживаешь вроде как для людей, чтобы все красиво было, чтобы наши детки показали все, что они научились за 3 месяца. Мы же научились. Я научилась красиво ходить и красиво позировать. Я успевала учиться, потому что фотомодель – это, конечно, очень хороший проект, но учиться тоже надо. Мальчику надо все уметь попробовать, и мне тоже. С ребятами работали лучшие специалисты. Уже традиционно для участников проекта создается коллекция одежды. В каждом проекте каждый год создается какая-то своя определенная энергетика. Мы смотрим на эту энергетику, мы смотрим на участников, мы знакомимся с каждым участником абсолютно. И из всех вот этих вот критериев у нас вот и создается вот эта вот коллекция. За плечами 17 фотосессий. И секрет отличной фотографии теперь знают все. Чем лучше ты покривляешься перед сном, послушаешь музыку позитивную, тем лучше будет настрой, тем лучше будут фотографии. Больше всего мне понравилась фотосессия эмоций. Она была настолько насыщенная, мы там плакали. И фотографии просто получились очень крутые. И как это, легко просто так заплакать? Просто так не получилось заплакать. Нам говорили, что все плохо, сейчас вылетите из проекта, и мы начали плакать. За время проекта ребята стали друзьями и в финале за победителей радовались. Артем Напольнов и Елизавета Кучкаскова появятся на обложке журнала «Деткидс». А приз в 30 тысяч рублей выиграла 6-летняя Варвара Коба, гимнастка, любительница Чехова и Толстого, а теперь еще и супермодель. Мария Шоклева, Бахтияр Велиев, Республика.